Добрый день. Вот сегодня пришли в лес протестировать и опробовать арбалет-пистолет Манкунг с алюминиевым корпусом. Ну, купили вот такой арбалет. Собирается очень легко. Даже не буду объяснять, как, но человек, кто купит, без проблем соберет. Для него, на него купили такой вот, поставил я лазерный прицел. На очень большое расстояние бьет. Вот, допустим, вот, ну иди. Вот, точка. Вот, вот, вот. Вот. Точка. Отрегулировал я его более-менее, но надо, конечно, в более других условиях там его зажать, вести, при этом все. Ну, вот сейчас попробуем. Очень мощный. Пробовал уже раньше, до этого. Очень мощный. Ну, заряжается элементарно. Тут предохранитель на этот. Довольно-таки легко может зарядить и ребенок, и женщина. Вставляется стрела до конца. Вот, все зафиксировалось. Тут предохранитель, который перед стрельбой надо будет снять. Ну, сейчас давайте попробуем. Вот у нас мишень, грубо говоря. Покажи где. Ну вот метров 15 расстояние. Сейчас я не вижу еще точки красной. Вот. Настроил точку. Да. Готово. Сейчас снимаю с предохранителя. Вот все. О, быстро, да. Элементарно. Иди сюда. Такой мишень. Единственный косяк, что очень сильно входят стрелы и очень тяжело достать. Очень мощным. Блин, надо, есть специальные приспособления, которые для вынимания. Так что, о, хорошо вышло. А так, очень хороший это. У нас есть большой арбалет настоящий, но с ним неудобно ходить, ничего. Этот положили в рюкзак. Заряжается, грубо говоря, 2 секунды. Перезарядить его. Все, в стрельбе готов. Все. Давай, вот собака, мишень. Собака, ну вот, еще сюда. Подожди, я не, сейчас еще вот, точку не словила. Расстояние. Вот. Ну, практически отрегулирован полностью. Чуть-чуть тут плюс-минус. Зена, ищи зайца. Его подходит. Заказывал на Алиэкспрессе. Стоит, по-моему, что-то в пределах 160-170 рублей. Прицел? Вот он, да, прицел вот этот вот. Три батареечки там. Глубоко входит. Вынуть тяжело. 15 метров. Надо специально это устройство есть для вынимания стрел. Зайчик, где зайчик? Где зайчик? Ищи. Ищи. Ну так Зена. Вот. К охоте, так сказать, готово. К охоте готово? Ищи. Зена, где зайчик? О! Так что рекомендую всем. Очень хорошая модель, удобная в эксплуатации. Запасная, по-моему, тетива входит в комплект. Ну и у меня есть от другого арбалета специально этот смазка для. Так что рекомендую всем. Ну и обязательно рекомендую поставить такой прицел. Очень удобно, не надо ничего целиться. Навел и стреляй. В комплекте с собакой. Все.